Подожди, мне надо уже начинать. Добрые уважаемые зрители, с вами на канале Транспортник Беларусь. Сегодня я буду росить возле наружкой, но мы заглупели, и я начинал с большого маршрута, либо малого, но ничего. Давай, раз, два, три. И мы едем. Надо 12 здесь скорость, потому что это надо. Немного убавлю скорость. Потому что они не подозрят. Ты приехал? Да что ж прийти могу? Наши пассажиры заходят в наш внутренний вагон. Поважанные пассажиры, коли ласка, проходьте у середину салона. Не збирайтеся каля дверей вагона. Наступная станция площа Франчишка Богушевича. Осторожно, двери зачиняются. Next station is площа Франчишка Богушевича. Please, mind the closing doors. Мы как-то вместе с Сашей уперлись на юбилейный. Я на юбилейную начал. Ты куда глупишь? Ну сейчас будет гора. Запомни, на двух ограничениях не хочу стоить, потому что мы будем слишком в нем упорваться. Ты превысил скорость, на двух ограничениях ехать нельзя. А мне нет. Станция площа Франчишка Богушевича. Площа Франчишка Богушевича Стейшн. Наступная станция вокзальная. Осторожно, двери зачиняются. Next station is вокзальная. Please, mind the closing doors. Поважанные пассажиры, стережитесь кишенных крадежов. Вот
Ну, уезженцы станции метро. Площадь Франтишка Богушевича. Следующая станция под названием Вокзалия, потому что его в 2020-м открыл Александр Лукашенко. Потому что это сама станция переходная. Там есть железная дорога, вокзал перехода в туннель. Вот видите, Саша превысил скорость, а я нет. Ну, стартер немного совсем как переворачивается. А вот я подъезжаю на станцию метро Вокзалия. Станция Вокзальная. Выход до Червоночного вокзала и площади Незалежности. Переход до Черняков, Московский. Вокзальная station. Exit to the railway station and Площа Незалежности. Transfer to the Московская line. Статус, бурита, бурита, статус. Открываем дверцы. Вот, у меня заходит несколько пассажиров на станцию метро. А ко мне никто не заходит. Ноль пассажиров. Вот, все, все, давай просмотри его. Ступная станция Кавайская Слобода. Осторожно, двери зачиняются. Next station is Кавайская Слобода. Please, mind the closing doors. Уважаемые пассажиры, не заходьте за обмежевальную линию коля краю платформы. А мы отправляемся в последнюю станцию под названием Кавайская Слобода. Да. На двух ограничениях нет не стоит. Я могу заглупеться. Вот. Станция Кавайская Слобода. Концевая. Техник далее не иди, коли ласка покиньте вагоны. Смотрите, вагон. Не забывайте свои ключи. Кавайская Слобода. Station.
last stop. Please leave the train. Please ensure you have all your belongings with you. Ну, типа, проверил и поехал. Все, закончилось. Все, ну, теперь мы с нами осмотрим. Мне просто взломалось. Я уже еду. Стоп. Я не проверяла, я уже еду. Стоп, блин. Куда сидишь? Но все пассажиры здесь, куда лак? Ну и пассажиров, 100% пассажиров довольны. А сейчас я дальше проверяю свой техник. Все, возвращаемся. Я отправляюсь домой. Типа да. Сейчас. Ни одна. У меня нет никаких ошибок. 100% пассажиры довольны. И 500 монет за поездку в депо. Ну а в ненужный маршрут, конечно же, вы можете всегда присылать в моем канале и описании. Ну а как всегда, был Транспортник Беларусь. Всем спасибо и всем пока.